попытаемся обороняться от этих злых и нехороших доисторических зомби, ребят, и я думаю, проблем у нас с этим не будет. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки. И сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем играть вот такую вот замечательную игрушку под названием «Растения против зомби». Так, ребятки, ну что ж, мы с вами Дикий-Дикий Запад прошли, давайте с вами откроем теперь новую площадку. Это, ребятки, зима. Так, ну что ж, давайте сыграем зимой в наших замечательных, ребятки, зомбиков. Так, ну что ж, ребятки, первый уровень, выход из пещеры, поехали. Так, ребята, это зомби ледниковый период, мы вернулись на машине времени в ледниковый период. И здесь, ребята, зомби, посмотрите, какие они, с ведрами на голове тоже. Так, что мы берем, ребятки? Ну, мы, в общем, как всегда, заряжаемся обычными штуками. Так. Вот это, я думаю, покатит нам, да, ребятки? А, конечно же, было бы неплохо. А мы не можем открыть. А у нас 2000 рена нету, да? Хорошо. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем так. О, вон у нас орешки уже есть, ребятки. Вот только посмотрите. А это что? Это что такое? Ребята. Так, солнышко мы есть. Так, ну что ж, ребятки, первый подсолнух посадили. Посмотрите, какие у нас там барсуки, ребят. Вы только посмотрите, какие у нас там бобры доисторические. Так, ну что ж, давайте, собственно, уже устанавливать будем потихонечку. Ага, ребята, там лед надо сначала разбить. Вы видите, все замерзло. Так, мы пока ему поставим вот такую штучку. Так, отличненько. Так, где-то еще идет зомби рычит, ребятки. Давайте пока пораставляем, ребятки, где непонятно, а потом будем смотреть, куда мы будем выставлять наши замечательные подсолнухи. Так, ребятушечки, идут зомбики уже. Давайте быстрее, пожалуйста, как-то давайте замораживать их и быстрее выставлять будем ограждение, потому что зомбики, ребятки, не шутят. И проблем будет очень довольно-таки много. Угу, зомби съехал, вижу. И этот сейчас съедет. А куда съедет, интересно? Ага, сюда. Понял, все. Так, отлично. Пока все идет, ребятки, по плану. Пока все идет отлично. Так, ребята, я так понял, когда лед, то зомби может с легкостью пройти через него. Так, давайте здесь поставим бомбу. Так, отлично, 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 ребятки. Ну что, ребятки, у нас по всему периметру выставлено оружие. И мы теперь с вами с легкостью проходим эту игрушку. И у нас нету, ребятки, никаких преград для того, чтобы здесь какие-то были у нас проблемы. Так, ну что ж, давайте орешек поставим здесь, отличненько. Вот этого поставим тут, просто супер. О, ребятки, мы получили такую крутую штуку. Давайте уже дождемся волну-то, используем их. Когда будет реально большая волна зомби, то мы с вами используем вот те вот штучки. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, выставлять нашу оборону, ребяточки. Попытаемся обороняться от этих злых и нехороших доисторических зомби, ребят, и я думаю, проблем у нас с этим не будет. Так, ну что же, все вроде бы хорошо пока идет. Пока что все идет отличненько. Так, 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 ребяточки, давайте вот этого сюда. Так, вот этого сюда. Так, ребятки, ну что ж, скоро будет первая и последняя волна, я так понял, зомбиков. И мы уже с вами посмотрим, что в ней будет-то. Так, ребяточки, листочек вижу, надо подобрать, пока он не улетел. Иди сюда, дорогой. Так, все, ребяточки, у нас все есть. Все у нас есть. Так, отличненько. Так, это сюда, чтобы к нашим растениям ничего не подобралось. Ура, мы новый горшочек собрали с вами, ребята. Вы видели это? Круто. Просто замечательно. Так, ребята, ну что ж, меня предупреждают о том, что приближается последняя волна. И мне надо, ребятки, стрелять в этих злых и нехороших зомби. Сюда, давай, 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 давай. Давай сюда. С
пулеметов их, вот так вот их расстрелим всех этих нехороших зомбиков. Остался вот, ребятки, один, да? Который хавает. Давайте током его убьем. Ха-ха-ха, мы убили его током, и он сжегся. Вот это прикол. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли этот уровень, и это просто замечательно. Так, идем дальше. И дальше у нас, ребяточки... Так, следующий уровень. Переходим, ребятки, на следующий уровень. Так, это мы закрываем. Идем дальше. И здесь у нас дальше, ребята, что? Давайте-ка с вами уже посмотрим. Так, тут, как всегда, наш сосед говорит о том, что... Ой-ой-ой-ой, это ледниковый период, и твои все плантации замерзли, так что размораживай их до того времени, как все наладится. Хорошо, что-то будем делать. Так, ну что, берем, в принципе, как обычно. Только вот этого, да, возьмем, ребятки. Ну что ж, поехали. Так, у нас кристаллов нету. Погнали, let's rock. Так, это у нас что? Я даже не знаю, что это, ребята. Так, огонь это не то. Так, этого сюда поставим. А, он лед растапливает. Все, я понял, для чего эта штука, ребята. Она растапливает лед. Так, отличненько. Этого сюда. Этого сюда. Так, этого сюда садим подсолнуха. Собираем, ребятки, солнышки. Так, берем вот эту стрелялку, ребятки, и ставим ее сюда. Пускай стреляет потихонечку. А что делать-то, ребят? Выживать как-то надо потихонечку. Так, этого сюда и этого сюда. Так, этого сюда. Так, этого сюда. Так, у нас еще подо льдом один штук этот, да? Понял. Сделаем. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет пока вроде бы по плану. Все идет пока вроде бы по плану. Только что-то сильно много зомбиков в последнее время. Вам не кажется, ребят? Так, берем новый листик. Так, отличненько. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет по плану. Так. Берем еще листик один. Так, давайте ставим его сюда. Ох, отлично, ребятки. Мы уничтожили множество зомбиков. Так, ребятки, приближается первая и последняя волна зомби, предупреждают меня. Давайте будем растоплять, ребятки, наши аллеи, потому что это никуда не годится. Так, берем. Давайте стрелять как-то потихонечку. Ребяточки, что же делать-то? Подождите меня, пожалуйста. Так, сюда. Вот так вот, там взорвутся. Там этот сейчас подорвется. Так, ну что ж, ребяточки, все идет по плану, все отличненько. Осталось убить вот этих троих нехороших зомби, которых мы так не можем, ребятки, уже довольно-таки долго убить. И все. И мы с вами пройдем, дорогие друзья, эти уровни. И никаких проблем, ребяточки, у нас не будет. Так, ну что ж, отличненько, ребятки. День второй на айсберге у нас получается довольно-таки крутой. Ну что ж, ребяточки, мы прошли этот уровень, как я вам и говорил. Так что проблем никаких нет, ребяточки. Забираем денежку. Отличненько, дорогие друзья. Отличненько. Просто супер. Просто классно. Так, ребяточки, ну что ж, пойдемте посмотрим, что у нас там в теплицах делается. Так, у нас уже открылся третий уровень. Это просто круто, ребяточки. Ого, здесь так много уровней, ребята. В зиме так много уровней, я и не знал. Вы только посмотрите, ребята, ого. Вот это да.
Вот это будет насыщенная зима-зимушка у нас, ребяточки. Так, давайте, ребятки, перейдем, собственно, в нашу теплицу и посмотрим, что мы там насажали. Так, ну что, пора собирать, наверное. Или пора сажать, то есть. Так, давайте пополиваем. Все, отличненько, дорогие друзья, и это просто замечательно. Пускай растут, а в следующий раз, ребятки, мы сюда зайдем и уже с вами соберем все плоды. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Мы сегодня играли в Растения против Зомби 2, ребятки, на айсберге. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока.